Всем привет, доброе утречко. Я иду на работу и заодно сейчас начну отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали по поводу нашей поездки. Буду в течение дня так потихоньку отвечать на все вопросы, постараюсь ответить на все. Итак, первый вопрос. Как часто мы летаем лоукостами и по какому принципу мы выбираем билеты? Нет такого, что мы хотим лететь лоукостами и не хотим лететь лоукостами. Мы выбираем билеты по принципу цены. Это единственный и самый главный принцип. Ну, естественно, чтобы билеты были прямые, желательно без пересадок. Все, по сути, мы выбираем по цене, и поэтому часто попадает, что мы летаем лоукостами. В принципе, и лоукост, не лоукост. Я летала разными авиакомпаниями, и дорогими, и дешевыми. Никакой разницы я не вижу. Скажем, на бизнес-класс мы все равно билеты пока брать не будем, пока нам бюджет не позволяет это делать. Вот. А эконом-классом лететь неважно, лоукостом ты летишь, не лоукостом. Одни и те же самолеты, одинаковое обслуживание. Ну, в лоукостах не кормят только, вот и все. Время в полете одно и то же. Поэтому смысла переплачивать я вообще никакого не вижу. Я предпочитаю потратить потом деньги на что-то другое, например, на жилье, жилье подороже взять, потому что, скажем, в отеле или в квартире мы будем жить какое-то время, там, день, два, три, а самолет сколько летит? 2-3 часа, а цены на билеты очень сильно отличаются. Следующий вопрос, почему мы решили лететь зимой, а не летом, а от чего вообще зависит выбор времени путешествия, то есть, наверное, сезон путешествия. Обычно мы никак не привязаны к сезону путешествия, к времени путешествия. Когда получается, тогда летим. Вот, конкретно в Рим мы полетели зимой, потому что были очень дешевые билеты. 3-4 дня это достаточно или не получается больше из-за работы? Ну, вообще, конечно, да, из-за работы мы обычно не берем больше. То есть мы, например, в Одессу летали на 5 дней, в Рим мы летали на 4 дня, и то из этих 4 дней, как бы 2 дня были выходные, плюс день был на всякие подготовки, полеты и так далее. То есть взяли в общей сложности 3 выходных дня. Вот, и в Израиле отпуск достаточно короткий, если я не ошибаюсь, то ли 12, то ли 14 рабочих дней в году. Вот, и мы предпочитаем лучше съездить пару раз в году, чем съездить один раз и потратить все наши дни отпуска. К тому же, вот эти дни отпуска, которые у нас есть, мы их очень часто используем на всякие разные другие нужды. Например, нам надо куда-то съездить, что-то сделать, оформить какие-то документы. Вот, например, там, мы ездили на встречу по поводу квартиры, нам надо было взять отпуск и так далее. То есть эти дни отпуска, помимо того, что в эти дни мы ездим куда-то путешествовать, мы также тратим их на какие-то другие дела, поэтому их очень мало. Да и на самом деле в Израиле как-то не особо принято летать куда-то на 2 недели. Вот я помню, в России 2 недели – это стабильный такой срок, на который люди едут куда-то за границу. В Израиле такого нет. Здесь люди либо летают на какие-то короткие сроки, там 5-4 дня, пытаются попасть еще на какие-то праздники, чтобы захватить праздники или выходные. Вот. Либо уже летают на какие-то длительные сроки, например, на месяц, 2-3, кто-то полгода, год, 2 года и так далее. Как часто мы путешествуем? Как получается на самом деле? Вот в прошлом году у нас получилось 2 раза съездить за границу, в этом году пока 1, год только начался. Конечно, хочется больше, но получается сколько получается. Вот, блин, я такая лохматая, я не могу. У меня в институте, точнее, в колледже, когда я училась в Челябинске, у меня была подружка, которая меня из-за этого называла сумасшедший профессор, потому что у меня всегда здесь был такие волосюшки, которые торчат во все стороны, и вообще их никуда не убрать, просто ужас. Делаю себе утренний живительный напиток, кофе. Я тут вышла на балкончик посидеть, кофе попить. Смотрите, какой у нас классный балкон есть. С видом на лес. И мой волшебный кофе. Балдеж. Отвечу еще на один вопросик. Вот, пока я здесь сижу, кофе пью.
От чего вообще зависит выбор страны, куда лететь? От цен на билеты или от страны, которую вы хотите посетить? На самом деле все зависит от обстоятельств. Иногда, да, мы хотим поехать в какую-то конкретную страну и ищем билеты в эту страну. Иногда просто из-за цен на билеты, например, в Италию мы полетели только потому, что я нашла очень дешевые билеты. Я периодически все время захожу на сайты типа Skyscanner и мониторю, что есть, что предлагают, какие цены на билеты, куда. Вот. И обычно в Италию цены на билеты, они не самые низкие, но на эти даты почему-то были цены просто ниже плинтуса, и я подумала, почему нет, быстро их купила, и вот мы поехали в Италию, в Рим. Поэтому все зависит от обстоятельств. Иногда цены на билеты влияют на выбор наш, иногда влияет наше желание. Вот. Ну, в Италию мы тоже очень хотели полететь, потому что в Италии мы оба ни разу не были, и это очень интересно. Италия, как мне кажется, очень интересная страна, Рим в частности. Например, мы еще очень хотим полететь в страны Южной Америки. Но на данный момент мы понимаем, что мы себе это не можем позволить, потому что, во-первых, билеты туда очень дорогие, а во-вторых, туда надо ехать, ну, точно не на 3, не на 4 дня. То есть ты заплатишь за билет где-то $1000 на одного человека, проведешь в самолете, не знаю, сутки, наверное, чтобы побыть в странах Южной Америки 3-4 дня, но это дурость на самом деле. Туда нужно лететь хотя бы минимум недели на 3. Вот. А мы себе этого не можем позволить, потому что отпуск взять на 3 недели – это достаточно проблематично, плюс финансово это достаточно тяжело будет. Хотя конкретно вот в странах Южной Америки, например, Чили, Бразилия и так далее, вот эти страны, которые я лично очень хочу посетить, цены внутри страны очень дешевые, но чтобы туда долететь, это, конечно, на это надо рассчитывать, это надо закладывать в бюджет, и плюс, конечно, нужно брать отпуск минимум на 3 недели. Вот на 3-4 дня, на которые мы обычно летаем, это идеальный вариант, это страны Европы, какие-то ближние страны, опять же, Россия, Украина тоже хороший вариант. Пришли домой, у нас тут такой подарочек. Это что такое? Кто виноват? Я виноват или ты виноват? Чё по мусоркам лазишь? Что это такое? Виски? Кто это сделал? Кто это сделал? Иди наказан. Ну что, продолжаю отвечать на ваши вопросики по поводу нашего отдыха. Следующий вопрос, опять же, я пересказываю вопрос, я не читаю его, потому что я снимаю на телефон, и вопрос у меня тоже на телефоне все, поэтому я не могу одновременно это делать, к сожалению. Так вот, какая у нас мотивация путешествовать, и нравится ли нам вообще путешествовать? Вроде как, зачем нам это нужно, если нам и так хорошо в Израиле? Вот, как бы нам хорошо в Израиле не было, но... Это рутина, это обычная жизнь, и она надоедает, и всегда хочется чего-то нового, интересного и классного. Вот. И путешествия – это одно из тех вещей, которые могут привнести это что-то новое, интересное и классное. Вот я лично путешествовать очень люблю, очень. К сожалению, получается достаточно редко, 2 раза в год, может быть, 3 раза в год. Это очень мало, вот, как мне кажется. Вот, я бы с удовольствием путешествовала чаще, но пока что не получается. Вот, Андрей путешествовать любит меньше, я постоянно его таскаю по всем этим заграничным поездкам. Но, в принципе, в конечном итоге, сначала он сопротивляется, но в конечном итоге ему это нравится. Вот, и он приезжает домой довольный. Поэтому можно сказать, что ему тоже нравится в какой-то степени. Какая у нас мотивация путешествовать, помимо того, что мы это любим делать? Ну, конечно, это очень интересно, это раскрывает горизонты, это помогает смотреть на мир другими глазами, воспринимать свою жизнь с другой точки зрения. Это очень классно смотреть, как другие люди живут, узнавать менталитет других людей, узнавать культуру других людей. Это действительно расширяет кругозор, и очень сильно обогащает духовно, культурно. Это классно. Это... Одним словом, это просто очень-очень интересно.
Да, мы устаем в этих путешествиях, мы утомляемся. После этих путешествий нам всегда хочется еще денек-два отдохнуть, просто поваляться на диване. Но это очень классная и приятная усталость. Следующий вопрос по поводу нашего бюджета. Какой у нас был бюджет на поездку? На самом деле мы никакого бюджета на эту поездку не закладывали. Мы просто поехали, старались тратить там как можно меньше денег. Конечно, не очень получилось. Вот, я вам расскажу, на что и сколько мы потратили. Значит, билеты я сейчас проверила, сколько стоили билеты. Билеты в Рим мы купили за 160 евро. Причем из этих 160 евро сами билеты стоят 120 евро. То есть очень дешево. Но это просто практически бесплатно. И 40 евро – это всякие надбавки, которые я уже отдельно купила. Например, багаж, выбор места. Потому что лоу-кост авиакомпания, они... за все берут деньги. То есть, если вы хотите выбрать себе определенное место, вы должны за это заплатить. Вот, если вы хотите багаж, то вы тоже должны за это заплатить. Вот, поэтому мы хотели взять багаж, и я не хотела лететь 3 часа где-то с Андреем в разных концах самолета, так что я купила нам место и багаж. Вот, квартира стоила 950 шекелей за 4 дня. Дальше мы брали такси в аэропорт и из аэропорта. Такси нам обошлось в 100 евро эти две поездки. По поводу походов в Ватикан и в Колизей. Значит, билеты в Ватикан стоили, по-моему, 37 евро на человека и плюс 8 евро аудиогид. Колизей стоил, если я не ошибаюсь, 17 евро на человека и 5 евро аудиогид. Сайты, где я покупала билеты в Ватикан и в Колизей, я оставлю в описании к видео, если вам интересно, то посмотрите. Но, в принципе, не стоит ограничиваться только теми сайтами, которые я дам, потому что я покупала билеты не на сайте Ватикана и не на сайте Колизея, я покупала билеты у какого-то агента, то есть на каком-то сайте, который специализируется на каких-то турах, например, Ватикан или экскурсиях в Колизей, вот, и... Каждый агент, он предоставляет свои пакеты услуг по разным ценам. Поэтому стоит зайти сразу на несколько сайтов, сравнить пакеты услуг, сравнить цены и выбрать то, что вам подходит. То есть, как я искала, я вообще просто в Google забила «купить билеты в Ватикан», «buy tickets to Vatican». И мне вышло сразу очень много сайтов. Я зашла в первые несколько сайтов, посмотрела, что они предлагают. И выбрала то, что мне подходит. Вы можете сделать точно так же. Дальше. На еду мы потратили, как мне кажется, где-то евро 400. Вот, если я не ошибаюсь. Но это очень примерно. Дальше на проезд мы потратили где-то, может быть, 15 евро максимум, потому что проезд в Риме достаточно дешевый, 1,5 евро на автобусе, 1,5 евро на метро. Сколько мы там ездили? Несколько раз. Мы очень много ходили пешком. На всякие сувениры мы потратили где-то, может быть, 50 евро максимум. По поводу остальных трат, которые были связаны с нашей поездкой, это оплата пансиона для виски, отеля для собак, он стоил 90 шекелей в сутки, виски там был 6 дней, то есть получается 540 шекелей мы заплатили за его пребывание там. И также долгосрочная парковка в аэропорту Бен-Гурион. Машина у нас там стояла 5 дней, стоит парковка 40 шекелей в сутки, получается 200 шекелей мы заплатили. Вроде все. Больше я не припоминаю каких-то таких трат, связанных с нашей поездкой. Ну, может быть, было что-то по мелочи, но я уже, честно говоря, не помню. Общую сумму я не считала, сколько мы потратили за эту поездку. Вот, потому что только сейчас, снимая видео, я начинаю вспоминать, что куда мы потратили. Вот. Если вам не сложно, может быть, посчитайте, сколько мы денег потратили за эту поездку. Самое интересное узнать. Напишите в комментариях. Вот, если, конечно, не сложно, если вам самим это интересно. Ну, я отвечу еще на один вопросик. Мне кажется, я на него уже отвечала, но, возможно, я просто при монтаже потеряла этот фрагмент видео и не вставила его. Вопрос, не связанный с нашей поездкой в Рим конкретно, она связана, так сказать, с жизнью в Риме. Вот. И меня спросили, есть ли там централизованное отопление в Риме.
Я не знаю, как во всем Риме, я не знаю, как это происходит в обычных жилых квартирах. Я вам расскажу, как это было в нашей квартире, которую мы снимали. У нас там, да, были батареи, централизованное отопление, но централизованное отопление, которое включают только в определенное время. Если я не ошибаюсь, с 10 утра до 12 ночи. То есть ночью выключают батареи, а днем включают батареи. Мне немножко это странно было, потому что, во-первых, ночью все дома, днем как бы очень многие люди ходят там на работу, дети ходят в школу и так далее. То есть днем в квартирах находится меньше людей, чем ночью. Во-вторых, ночь — это самое холодное время суток. И если на улице холодно, то и квартира тоже охлаждается. И как бы логично, чтобы в это время, как раз-таки в самое холодное время в сутки, квартиру обогревали. Может быть, я чего-то не понимаю, может быть, логика у меня по-другому как-то работает, потому что я предполагаю, если так они это сделали, то была на это какая-то причина. Может быть, вы знаете эту причину, напишите в комментариях, будет очень интересно. Вот, ну все, на этом я буду с вами прощаться, потому что видео и так, наверное, получится достаточно длинным. Вроде я ответила на все вопросы. Если это не так, если я не ответила на ваш вопрос, то напишите мне, пожалуйста, его еще раз, и я постараюсь на него ответить в одном из следующих влогов. Вот, ну все, пока-пока.